Компания Данлер предлагает вашему вниманию тестомесы для дрожжевого теста серии PQ. Они предназначены для замешивания дрожжевого теста и других подобных вязких масс. Машины используются на хлебозаводах, в пекарнях, кондитерских, закусочных, ресторанах, кафе и на любых других предприятиях, занимающихся производством пищевых изделий. У всех тестомесов Данлер серии PQ корпус выполнен из углеродистой стали и покрыт порошковой эмалью. В него встроена стационарная дежа из нержавеющей стали, сверху которой защитная решетка. Если ее поднять, машина выключается. Месильный орган в виде спирали также выполнен из нержавеющей стали. В верхней части машины – панель управления. Кнопки ручного управления защищены силиконовыми накладками. На электронной панели есть возможность сохранить удобную вам программу. На каждом таймере выставляется диапазон от 0 до 30 минут. В серии PQ представлены тестомесы с различным объемом дежи – 30, 50, 80 и 140. У модели Данлер PQ 30 дежа объемом 30 литров. Машина управляется с помощью электромеханической панели. Минимальный замес теста – 1 килограмм. У модели Данлер PQ 50 дежа объемом 50 литров. Минимальный замес теста – 1,5 килограмма. Благодаря поворотной ручке можно выбрать управление с помощью электромеханической или электронной панели. При использовании режима с таймерами во время работы машины можно поднимать решетку для добавления дополнительных ингредиентов. Таймер поставится на паузу и не сбросится после опускания решетки. У модели Данлер PQ 80 дежа объемом 80 литров. Минимальный замес теста – 1,5 килограмма. Есть возможность реверсивного вращения дежи. Это нужно для облегчения выгрузки теста с поднятой крышкой, которая блокирует работу месильного органа. Также реверсивное движение дежи используется для лучшего замеса. Наличие двух отдельных двигателей для дежи и месильного органа повышает надежность машины. Таймер не сбрасывается после поднятия решетки. У модели Данлер PQ 140 дежа объемом 140 литров. Скорость вращения месильного органа 125 оборотов в минуту на медленной скорости и 250 оборотов в минуту на быстрой. Минимальный замес теста 3 килограмма. Давайте посмотрим на работу тестомесов серии PQ на примере модели Данлер PQ 80. Замесим классическое дрожжевое тесто для батонов. Включаем машину. 4 минуты на медленной скорости, 6 минут на быстрой. Для лучшего замеса рекомендуется вначале на медленной скорости запустить реверсивное движение дежи. В результате мы получаем мягкое и эластичное тесто с развитой клейковиной. Теперь приготовим из него тесто для чиабатты. Для этого нужно добавить немного воды и месить тесто еще 10-12 минут. Теперь проведем эксперимент. Замешаем минимальный объем теста – 1,5 килограмма. Поставим также 4 минуты на медленной скорости и всего 3 на быстрой. Полученное тесто также легко превратить в тесто для чиабатты. Как мы видим, машина хорошо перемешивает даже небольшое количество ингредиентов. Тестомесы для дрожжевого теста Данлер серии PQ – надежные машины, которые дешевле большинства европейских аналогов. Компания Данлер предоставляет гарантию на все оборудование. Мы поможем установить и настроить оборудование, а также обучить персонал. Также мы осуществляем полное постгарантийное обслуживание.